Афанасьевский турнир собрал в гобеленовом зале Центра молодежного творчества юных знатоков истории со всей Брестской епархии. Ребята, учащиеся воскресных школ, долго готовились к испытанию. В этом году им была дана тема «Жизнь и судьба митрополита Литовского и Виленского Иосифа Семашко». Этот проект призван объединить и интеллектуально развивать подрастающее поколение. И в этом турнире он проходит уже во второй раз. В прошлом году был первый турнир, сейчас второй турнир. Принимают команды из благочинной Брестской епархии, потому что организатором этой игры является Брестская епархия. Инициатором игры выступил в прошлом году наш правящий архиерей владыка Иоанн. Тематический турнир был разделен на три блока. Постепенно команды, набравшие меньшее количество баллов, покидали зал. В финале встретились самые эрудированные и подготовленные юноши и девушки, среди которых были участники состязаний прошлых лет. Я уже участвую второй год. Готовимся мы... Начали готовиться в июле. Сначала у нас был районный этап, который мы прошли, и теперь попали сюда, на областный. Очень интересно, на самом деле, потому что были такие вопросы, на которых нужно было и логически подумать, и что-то вспомнить. Мне кажется, команды выступили все достойно. За ходом испытания наблюдала компетентное жюри, в состав которого вошли историки, знатоки религоведения. Возглавил комиссию архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Определить победителя оказалось действительно сложно. По баллам команды шли друг за другом. Каждая хотела привести домой почетное первое место. И все же лидером турнира стала команда «Берестейские пчелки».